День добрый, друзья! Многие вы видели, когда учили правила дорожного движения, регулировщика, его сигналы и так далее, по книжкам. Но одно дело в книжках, а другое дело в реальности, особенно в реальности Кривого Рога. Встретишь его нечасто. И вот я сегодня встретил. Ну, конечно, не такого. Знакомьтесь, наш любимый перекресток на Крессе, который после урагана 19 года глючит и работает так себе. Едешь такой и думаешь, ага, светофор не работает, сейчас я проскочу. Ага, не тут-то было. А тут регулировщики показывают, что поворот только с Заречного. Что видно по левой поднятой руке, типа шлагбаум, не пропускает. Потом сигнал внимания. Это всем стоять или закончить маневр. Вторая позиция. Левая рука смотрит на тебя, правая тебе показывает шлагбаум. Это аналог стрелочки зеленой налево. И в принципе белая машина едет как королева вперед. Красная была дернулась, а не поехала, не знает правил. Опять сигнал стоп, аналог желтого цвета, который нужен после каждой команды. И последняя позиция, руки прямо или руки по швам. Движение только по прямой пешеходам и машинам. Хоть и редко встречается регулировщик, но знать правила нужно. Регулировки не едь на спину регулировщика, не едь ему в грудь, а двигайся по рукам. Будьте внимательны, друзья, счастливы и здоровы. Удачного пути. Счастливо.